Так что я целый, не порвали, и все. Суд мой занял недзе добра, калі там было 5 хвілінаў. Мне, як бы это сказаць, мне прышылі удзел 23-34, удзел у масавым мерапрыемстве. Сведка Іванов Іван Іванович сведчыў аб тым, што я знаходзіўся на зямлі, і у абедвух руках, трымаў транспаранты, сцягі, іншую сімболіку, хаця ў гэты час я знаходзіўся на 10-м паверсе ў нумары гатэля «Арбіта», працаваў, здымаў. Вось, але Іванов Іван Іванович сказаў, што я удзельнічаў у акцыі. Усё прайшло, як я казаў, добра, калі там суд доўжыўся, добра, калі 5 хвілінаў, там проста не было часу нават, я не змог нават, калі трэба прасіць адваката, што, як, то бок, толькі прысеў на столік, і літаральна мне ўжо тут трэба было ўжо і ўставаць. Из РУВД нас вывозил не департамент исполнения наказаний, приехал один автозак зеленый, значит, нас завели 30 человек внутрь автозака, поставили на колени, головой сказали упереться в сиденье. После этого зашел один из сотрудников ОМОНа, сказал, что первый, кто дернется в сторону сотрудника милиции, выйдет отсюда вперед ногами. Читать книги, там, крыху такая магчымасць, як па мне, яе няма, таму што, ўсё роўна 6 чалавек сядзіць, пастаянна нехта размаўляе. Вось, таму я кніг не чытаў у асноўным. Выратавання гэта всякія красворды, сканворды, канешне, таму што ў іх удзельнічае ўся камера. І даміно, да. Аказваецца, што гэта вельмі весела, азартна і дазволена. Я быў першы раз, увогуле. Таму для мяне ўсё гэта новае было. І я не ведаў, што там трэба посуд самім мыць, і што там літаральна трэба, каб пажаданы, каб у перадачы быў сродак для мыцця, таму што на жодзе на халодная вада, і потым пасля сябе там міску памыць, там і кружку, кубак, што гэта рэальна цяжка ў халоднай вадзе. Дробязі, так асноўна там мяне нічога там так не паразіла. То, что происходит, это несправедливость, несовершенство системы, и это пытки. Пытки в виде задерживания корреспонденции, в виде отключения горячей воды, сворачивания матрасов, не кормили пару суток. Эта система судебно-исправительная, она не справляется с тем потоком людей, которых она задерживает и содержит. Значит, камеры были на цепи, например, переполнены. В 4-местной камере содержалось 10 человек, в 8-местной камере 20 человек содержалось. Белье не выдавалось. Суды проходили по 5 минут. Я сам свидетель был. Люди только выходили за двери камеры и возвращались через 5 минут уже с приговором. Я спужанага бадь не бачыў ніводнага, і людзі канкрэтна злыя. Гаворыць, я як раней гэта ўсё проста, ведаў, што несправядлівасць і ўсё, гаворыць, я цяпер проста злюшчы, і ніхто з маіх сукамернікаў не сказаў, што я больш не буду хадзіць там, ці яшчэ, што тое, што буду бегаць, это да, такое было. Але тое, што не буду хадзіць, я ўвогуле такога не чуў. Значит, я встретил за все это время около 200 человек, пересекся. То есть, в стране коронавирус, люди перетусовываются из камеры в камеру, содержатся в больших залах. Люди совершенно разные. Мы считали средний возраст, это около 35-39 лет люди. Совершенно разных профессий, совершенно разных интересов. Тема, естественно, одна у всех была, но это достойные люди,
Я не встретил за это время ни одного какого-то нахабного человека, какого-то неприятного. Всегда было самоуважение, взаимная помощь друг другу. Люди делились продуктами, вещами, чуть ли не трусами. Вот. И я смотрю просто, что люди выходят с тем же настроением, которым они выходили на марше. Люди не сломлены, 15 суток на них никак не повлияло. Есть люди с уголовными делами. Этот человек, не один человек даже говорили, что мы готовы выйти в следующий раз. Ну, душ был как по норме, все было отпрацовано один раз на тиждень. Вось, прогулки были не каждый день, хотя повинны быть каждый день, хотя прогулка, это я прогулкой, конечно, не назвал, потому что каменный колодец 3 на 3 и стены вышиной 3 метры и небо в клеточку. И те хлопцы, которые курят, они просто закурывают всю эту простору, но нужно выходить со своей камерой, чтобы те хлопцы, которые курят, как могли покурить. Вот. Тому тяжко это назвать прогулкой, но они были не каждый день, потому что у первую середу, как тут принимают передачи, пришло вельми шмат передач, и нам они жалились, что вот вы пообедали, а я еще свою собойку не ел, потому что мы сидим тут, сортируем ваши передачи. Вот. Ну, как бы, да. Змагары один одного не кидают, подтримливаюсь, тому там, видать. Они разграбали 3 дни, потому что день прием передач был у середу, а мне мою сумку передали только у пятницу. Про технику. Значит, техника где-то потерялась по дороге, потому что последний раз я видел ее в ЦИПе в Минске. В Могилев я уже приехал без техники. Со мной только 2 объектива. Ни паспортов, ни документов, ни денег с собой не было. Вот. Соответственно, если бы я сейчас вышел в Могилеве, меня никто не встретил, я даже не знаю, как бы я добрался домой.